А что ангелушка ворует? Все, давай за стол, ангелок. Давай, у нас такой сегодня скромный стол. Будем отмечать Рождество. Да, кот? Давай, садись. Держи, салфеточки тебе. У нас на курицу никто не взял. Чарли, имей совесть. Там высоты, что там опаздывает кукол. Угу. Куколки, тоже. Ой, ты куколок за стол посадила? Да, что это они хорошо. Тоже праздновали. Праздновали, да? Мой любимый кетчуп. Что тебе, Андрюш? Ножку, наверное. Ну что, а почему она такая большая? Потому что я ее сделала целой. Целой? У нас что-то сваливается. Не надо. Нет, мяско мы кушаем. Ты забыла, чтобы быть очень умной девочкой? О, это все, все огурцы уже поел, забирайся. Забирай, забирайся. Может, они тебе нужны, раз ты сидишь, смотришь? Нет, так я это... Папа! А ты не знал, что это мой нож? Думаю, это мамин. Это мой? Все. Потом порезать ножки. Надо было все просто порезать. Да, мне кажется, чего? Просто надо будет разваливаться. Возьми свою вилку, своей вилке положи. Я хлеб не ложила. Принеси хлеб? Да, сам один. Вон, я дом посмотрю с рулетиком. Да, я салфетку, вот на салфеточку тебя. Это моя. Я тебе дам другую. Давай. На, еще тебе. Хорошо, а вам? Хорошо, что у меня есть, вот. Уже тоже Рождество отмечает. А пар? У него должна быть под этой. Есть у тебя салфетка? Да, зачем мне? А, вот. Вот, вот. На. Все, давайте с Рождеством. Где мой? Я все убрала. Вы это что? Ну, компотик вкусный, абрикосовый. Я не хочу. Ну, попробуй. А ты попробуй вначале. Это как сок. О, мама, смотри. Всех поздравляем с Рождеством. Посмотрите, какая большая салфеточка получилась. Это, надо ее уже спрятать. Давайте положи салат, потому что курица она большая, может не соленая будет. Но не соленая. Ты просто взял же эту грудку. Но вот это список и сок. Рисали принести. Thank you.
нарушение пищеварения может быть связано с недостатком ферментов поджелудочной железы. При этом, если после еды появляется тяжесть, дискомфорт и вздутие, Крион помогает переваривать пищу, восполняя... Ты это показывала. Крион содержит сотни крошечных микросферс ферментов, которые... Я вот это показывала? Да. Но мне после еды надо вот это выпить. А когда я проснулась, ты мне пельмешки, а я не выпила. Да? Конечно, давай, кушай, будешь это пить. Мама забыла, наверное. Нет, это Ангелина забыла. Почему мама забыла? Мама и принесла. Что? Ты вначале попробуй. Ты тоже что-то не любила, говорил, мне не нравится это. Ты просто попробуй. Он вкусный. Он как сок. Он же вкуснее, чем сок. Сок вообще, он неправильный сок. Если. Ты же прокоску любишь? Нет. Я опасно туда найду. Не надо туда лить. Я тебе просто другую чашку стакан принесу. Давай вначале кушать, чтобы я тебе принесла. Мама, ну тоже. Ты рыбу будешь? За Ангел, сядь просто кушать. Вот так вот мы едим. Садись и быстренько кушай. Я знаю, что он сколько покушал. Молодец. Там только мальчик. Давай. Мясо кушать. Не переживай, мы тебе еще положим, ты это скушай. Нет, не вот, надо. Вот тарелочка целая. Для тебя специально. Это для тебя, это Кирюша специально. Да, мама? Угу. Да, тарелочка, а не... И мясо сразу сломывай и кушай. Так вкусней. Вкусней. Но тем не менее, канонеры не раскисли, продолжали свои атаки. Май, уже она развалилась. Красиво мама ее приготовила. Очень легко. Соперника. Еще раз. И вот таким ударом посылает мяч в ворота. Кстати, Роб Холдинг сделал... Красиво наше Рождество. И футбол. Сегодня увесь день. На площади Ленина с этой находкой прошел концерт. Причем с каждой хвилиной видошел становилось все больше. Люди радовались, подпевали, танцевали и мешали один одного со святым нарождения Иисуса Христа. С каким настроением пришли сегодня? Пришли погулять и заодно концерт или потому что будет концерт? Мама, а ты знаешь, это песня? Это вы друзья, компания, семья? Получить хорошее настроение, несмотря на то, что хотелось поспать, мы пришли на концерт. А вы? Да. С очень хорошим настроением, праздничным. Рождество вообще для вас праздник? Конечно, праздник. Мы вас ждем, всего года готовимся. И очень нам нравится концерт, выступление. Поэтому пришли посмотреть. Всех с праздником, горячат. Это же ваш муж, Чарли. Пожелаю здоровья и счастливого жизни всем людям. А затем я же затянулась и легко.
концертом. Его дворы были развешаны на любом сиротстве, сливали люди шестой. А так само наказывали о том, что сегодня коляды. А значит, самый час поверить в сон. На площади? Тянуня, не нагрей. Ой. Я ему дала вот. Ну, это все за 2 минуты. Расчалит не ты. Хочу вам показать. У нас наконец-то пошел снег. Да. Смотрите. Класс. Ангелушка, ты рада? Да. И я. Давай быстрее эту курицу. Показать, как можно развиваться на промышленных предприятиях. Может быть, предложить им дальше развиться у нас на Бобруйской Громаше. У нас же 6 предприятий, 6 заводов в каждой области. Старейшее знакомство девчонки с лапелисами. От вашего костюма до сочинения сценария. Скажем, с гостями я на виртуальном подорожничали по краинах и континентах. Усхатывали историю на рождение Христа, пели, танцевали и водили караули. По подорожкам девчонки отрывали спортивную опытку и косметичные наборы. Сидим, чувак, всегда праздничное настроение и много эмоций. Корочку. Когда ты приезжает к нам в гости, то ну как бы эмоции, когда ты рассказываешь какой-то текст, когда смотришь ну, на лицо людей. Вот она как кушает у нас. Курица вся на месте, поэтому умной ты не будешь. Нужно кушать мясо. Ручкой бери, ничего страшного в этом нет. Бери, это ж косточка. Потом Чарльку дашь косточку. Там ждет. Ну,